посмотреть фильм «17 мгновений весны». Пап! Че? У немцев такая же пропускная система, как и у вас в офисе. Смотри кино, умник. Пап! А че? А немцы плохие? В фильме да. А тогда чего они нам сейчас помогают? Смотри кино, а? Пап! Че? А русские хорошие? Ну, в фильме да. Папа, чё? А Штирлиц, он за кого? Он за наших или за немцев? Он за русских. Пап! А Штирлиц он кто? Кто? Разведчик. Как Путин? Лучше. Пап! А Штирлиц он хороший? Хороший, хороший. А чё он тогда в немецкой форме? Ну, потому что он всех обманул. Как Путин? Ты... Смотри кино. Па, ты говорил, что обманывать это плохо. Это плохо. Но ему можно, он разведчик. А смотри кино. Па. Чё? А чё Штирлиц со своей женой не разговаривает? Поссорился. Как Путин? О, па, а вот это кто с детьми? Это что, его гимнастка? Радистка. Пап! А вот все говорят, что Путин плохой-плохой. А я вот не могу понять. Это либо Штирлиц плохой, если он как Путин, либо Путин хороший, если он как Штирлиц. Да если Штирлиц как немцы... Смотри то... кино! Папа! Что? А чё немцы все в фильме по-русски говорят? Почему? Потому что русские так захотели. О, ху. Так а немцы что, не против? А их никто не спрашивал. Как нас? Смотри кино. Пап! Что? А вот эту песню кто поет? Кобз. Он... А он хороший? В фильме да. Папа, а как Кобзон, он русский? Ну, он... А, так Плейшнер, да? Смотри кино, а? Пап! Чего? А вот это кто такой? Это пастор Шлак. А, пастор. А, пастор это как у нас священник, да? Ну, типа да. Папа, вот почему немецкий священник на лыжах, а наши священники на немецких мерседесах? Ну, потому что под нашим священником лыжи сломаются. Папа! А у немцев машины хорошие? Отличные. А у нас? Пап! А у немцев дороги хорошие? Лучшие. А у нас?
Такие же, как машины. Пап, а я вот понять одного не могу. Почему у немцев все хорошее, а у нас нет? Ну, потому что мы победили и точно знаем, что мы хорошие. А немцам это нужно каждый день доказывать. Пап, а сейчас у немцев все хорошо? Сейчас все хорошо. А че же они нам тогда визы не отменяют? Ну, потому что если они отменят, то у них будет все плохо. Папа, а куда это Штирлиц свою радистку повел? В секретное место. А, как ты тетю Таню? Смотри сюда. Ты об этом кому-то рассказывал? Нет, пока. А хочешь быть настоящим шпионом? Да. Вот, никому не рассказывай, особенно маме. Но для этого мне нужен PlayStation. Чтобы быть шпионом, тебе не нужен этот PlayStation. Нет, папа, мне нужен PlayStation. Я не понял, это что, ты меня сейчас шантажируешь, ты малолетка? Пап, ну что ты как Путин сразу, а? Как кто? Смотри кино. Какое кино? Ты как не разошел?